Всем доброго утра, друзья. Это в выпуске будет остров Корфу, Греция. Паром из Игуменицы на Корфу. Утро, 6:30. Где я остановился на острове Корфу, это монастырь Палеокастрица. Хочу дойти до креста, если дороги там есть. Вид вообще прелесть. Вода вообще кристальная. Цвет воды вообще нереальный. Так чисто все. Здесь думаю дрон запустить и увидеть сверху эту красоту.
Так, друзья, палеокастрица, видео сняли, с дроном полетали, меняем локацию. На утро было холодно, теперь ситуация поменялась. Жарище. Порто Тимони. Подлюбуйтесь. Жемчужина острова Корфу. Ого, долго здесь, наверное, надо спускаться, как видно. Да, чуть не упал. О боже, ребята, такая кристальная вода и так спокойно. Это Греция. Вот здесь же прохладно становится, ветер дует. Это рай, ребята. Опс. Так, спускаемся. Еще немножко, и мы будем в воде. Вот такое, ребята, окружение. Вода вообще кристальная. Жаль, друзья, уходя с этого места, невозможно было дрон поднять из-за ветра. Так, друзья, канал любви. Чтобы дойти до этой точки, нужно перепрыгнуть забор.
Место вот отсюда. Κάτι έκανε, αφού ζει πάλι καλά. Κανάλι Λουβί και εγώ ασόπινευα. Better do it, βόλμη, βαντά μούτναια. Σκόντιμη σφέρχο. Вот такой вид открывается. Можно войти отсюда. И можно выйти с другой стороны. Только море спокойное. Так, друзья, чтобы дойти до канала Любви, нужно дойти до этого ресторана и свернуть с левой стороны. Дорога отсюда. А то через GPS невозможно дойти. Входим в город. Осталось до парома 1:30. Можно сходить в церковь Святого Спиридона. В городе практически туристов нет. Да, и воскресенье, все закрыто, как видно.
был из острова Корфу, Греции, снял, что смог за один день. Всем спасибо за просмотр.